Всероссийская перепись населения стартует с 15 октября и продлится в течение месяца. Переписчика легко узнать по экипировке. Он будет в голубом жилете с логотипом переписи, шарфом сине-красной расцветки и нагрудным удостоверением. Принять участие в переписи саровчане смогут тремя способами. Самый безопасный из них в период пандемии – через портал госуслуг. Он может переписать один член проживающего в этом помещении, всех проживающих с ним на портале. То есть он может один переписать всех, кто с ним живет. И эта информация автоматически поступать будет к переписчику. Там будет такой значок, он его активирует, и вся информация к нему сливается. Перепись на портале госуслуги будет проходить до 8 ноября. Второй способ – пообщаться с переписчиками. По адресам они начнут ходить с 18 октября, а до этого на протяжении 3 дней будут проходить обучение. Также саровчане смогут прийти на переписной участок. Они будут работать с 15 октября с 10 утра до 8 вечера. Если вдруг кто-то хочет переписаться на участке, то он может зайти, то есть домой не хочет пускать, дома не хочет переписываться, может прийти на участок. И на участке его перепишут, независимо от того, где он живет. В любой участок он может зайти и переписаться. Планшет безадресный, и вся эта информация поступает в Росстат, а потом попадает на планшет переписчика. Если саровчанин пройдет перепись на стационарном участке или на портале госуслуг, и к нему придет переписчик, то ему нужно будет сообщить полученный идентификационный код. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.